прогулки по парку. Я тут нашел вам площадку. Вот здесь был летний кинотеатр, теперь это спортзал сделали. Спорткомплекс Олимпийский, Лазовской парковский комплекс для игры во все виды спорта. Качалки под большими сетками. Это значит, будет платный вход за бабки. То есть захотел под сетку зайти, наверное. Сейчас посмотрим. Да, тут прожектора горят. Да, тут вообще суперский. Там вон дверь большая с той стороны. Две двери. Одна вход в одну сторону, вторая во вторую. Качалки. Баскетбольные площадки. Супер-супер. Летний кинотеатр. Теперь спорт. Раньше просиживали штаны, теперь будут просиживать ноги. То есть прокатывать, прокачивать. Вечернее покрытие, то есть зимнее. Можно травка, пластиковая трава. Да, 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 это спорт. Это спортсменовское дело. Видите, какие тут качалки, сопилки, вопилки. А вокруг земля облагороженная. Это удача. А там футбольное поле даже. Да, два поля. Одно баскетбольное, второе футбольное. Все, футболисты у нас рулят. Зимой и летом одним цветом. Тут волейболисты, баскетболисты. А там футболисты. И дальше еще качки есть. Торчки, качки. Наверное, это будет очень комплекс охраняемый. Песочек, песочек еще не открыт. Тут тоже кордон. Там он будущих олимпийцев будут готовить на кольцах. Видите, какие кольца? О, да, да, это был летний кинотеатр. Теперь у нас тут спортплощадка. А тут трава в оболе, футбольное поле. Тут футболисты мелкие будут Дю США готовить. Или как тут, микрорайоновская. Дю США это там в городе. А здесь у нас микрорайон рулит. И дальше парк Победы. В инее покрытом.